Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. Алике Саликаевой 87 лет, и сейчас она живет вместе со своей дочерью. Расширить жилплощадь совсем не помешает, и теперь такая возможность есть. Беспокоится уже не столько о себе, сколько о детях и внуках. И теперь ей вручили сертификат на сумму без малого 1 300 000 рублей. В рамках реализации указа президента Российской Федерации об обеспечении ветеранов войны жильем мы вам вручаем сертификат на получение жилья. Поздравляем спасибо. Вас. Спасибо. Ой, большое спасибо. Поздравляем вас. Спасибо. Здоровья вам. В городском округе, кроме Алики Михайдаровны, в очереди за сертификатом осталась еще одна последняя вдова ветерана. Но передвигаться самостоятельно пожилая женщина не может, поэтому документ ей доставят домой на днях. И после этого реализацию федерального закона о ветеранах в Нефтекамске можно будет считать завершенной. Таким образом, с 2012 года сертификаты на улучшение жилищных условий получили 35 человек.